дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Так склалося, що прийом банних процедур популярний саме в прохолодну пору року. Сьогодні будемо говорити про культуру банного мистецтва. Насправді, дуже хочеться сходити до лазні саме так, як це потрібно робити. Саме так, щоб було корисно для вашого здоров'я. І тому до нашої студії ми запросили справжнього фахівця Дмитра Чуєшова, банного технолога, чемпіона України з банного мистецтва, судді міжнародного класу з банної справи. Тобто ось стільки всього ви встигли за своє життя творче, бо насправді це дуже творчий процес здобути таких регалій і насправді багато чого зробити для себе і для тих людей, які приходять до вас. Приходять і повчитись, і, мабуть, зрозуміти, що ж таке справжня лазня. Здравствуйте, Юля. Да, действительно, долгий период времени я уделяю банному мастерству, и это уже стало больше таким стилем жизни, наверное, чем просто профессиональная деятельность. Со временем, конечно, это сначала это было увлечение, а потом оно переросло в профессиональную деятельность. І так продовжується. І так, до цього дня, насправді, Дмитро, наскільки важливо взагалі розуміти, що лазня не лише для того, щоб прийти і з друзями там попаритись, як то кажуть, так? А це цілий процес, який пов'язаний з тонусом організму, зі здоров'ям, з тим, чим ви наповнюєте ваш організм. От як взагалі ставитись до банної процедури? Ну, на самом деле, любая банная процессия, любой банный эпизод в жизни человека – это мощное физиотерапевтическое средство. И как любое с медицинским уклоном действие, его необходимо правильно подготавливаться к нему, и его правильно принимать необходимо. Вот что касается бани, здесь хорохориться не надо, и доказывать, кто дольше просидит, кто меньше просидит, это совершенно неправильно. Здесь нужно прислушиваться к своему организму, потому что он всегда подскажет, как человек себя чувствует. Понятное дело, что есть и противопоказания при посещении бани, допустим, какие-то там острые процессы на коже или острые состояния с повышенной температурой. В этом случае нужно очень так бережно к себе относиться и желательно перенести на лучший период. А, до речі, кажуть, якщо у вас невисока температура, ну, наприклад, там, до 37, ну, 37, нехай, 37,2, то от якраз лазня вам допоможе впоратись з вашою проблемою. Ви от такий зробите стрес для свого організму і, можливо, одужаєте. Чи це правда? Есть такое дело, действительно, когда у человека вот легкая такая субфибрильная температура, и это не вызвано каким-то серьезным там вирусом, серьезным поражением, серьезной какой-то инфекцией. Вот, а человек там немножко простудился, немножко там начался у него насморк. Действительно, разогнать кровообращение с помощью банных процедур может дать хороший положительный эффект. Но при этом, конечно же, нужно соблюдать правила, когда человек заходит в баню и когда выходит. Многие делают как? Осталось до принятия банных процедур 15 минут. Через 15 минут гости должны уходить. Им об этом сообщают. Человек думает, так, 5 минут, сейчас зайду быстренько в парную, нагреюсь хорошенько, после этого охлаждаюсь, одеваюсь и выхожу. И вот в этот момент, это самый-самый такой неблагоприятный момент по завершению банных процедур, потому что многие выходят, разгоряченные, легкий сквознячок, и человек заболевает повторно. И потом говорит, плохая баня. Вот, поэтому температурный режим, как человек заходит, в каком температурном режиме, в каком состоянии. Поступово, так? Все треба обязательно, да. И он точно так же должен выйти из бани в таком же режиме. То есть по завершению, когда человек вышел из парного отделения бани, или это баня, или это хамам, или это сауна, не принципиально, у него должно быть время для отдыха, чтобы организм всю эту температуру немножко так сгладил, и тогда человек выходит, сохраняя и только улучшая свое здоровье. Скільки треба часу для банної процедури? Ну, там, годину, чи, може, півтори краще? От скільки взяти для того, щоб повністю виконати увесь процес від початку і до кінця, і так, щоб вам було комфортно? Весь процес? Цілий день? Так. На самом деле целый день, потому что это и подготовка, это и отдых, и режим парения, активного режима. Есть активный режим парения. Есть несколько вариантов захода на банный полог.
Ну, пословицу «паримся до седьмого пота, греемся до кости» многие знают, многие слышали. Так вот, есть 7 различных вариантов на банный полог и 7, соответственно, разных процедур. И это растягивается на 4, на 6 часов, на 8 часов. Поэтому это банный день. Ага, это действительно ось так. Банный треба день. Треба обрати для себе цілий день, виділити і вже зробити усю процедуру від самого початку і аж правильно. До кінця. І це правильно, угу. Да. Но середньостатистично, ну, в наше время такое, та, в наше время активно, часу, нет так. Столько времени. Но 3 часа – это вот тот банный ритуал, который человек должен для себя выделить на это время. 3 часа. То есть спокойно зайти, постепенно нагреться, постепенно охладиться, иметь время для отдыха, потому что все-таки баня, опять-таки учитывая физиотерапевтическое мощное воздействие на организм, это нагрузка на сосуды, нагрузка на сердце обязательно. Угу. Вот поэтому человек мало того, что должен быть подготовлен морально и физически к банным процедурам, он еще и должен следовать определенным правилам. Так. І дивіться, от якщо 3 години, так, то вже тільки півгодини, мабуть, підуть на розігрів, як то кажуть. На переодівання, якщо чесно. А, на переодівання. Да. В основному длительне время займається переодівання, да. А потім постепенно-постепенно, заходя несколько раз на банный полог с разными процедурами. Желательно, конечно, иметь под рукой, ну, чтобы под рукой были веники. Вот я так на всякий случай подготовил. До речі, ви принесли з собою. Я дивлюсь, що вони різні. Віники мають свою, можливо, текстуру, чи я не знаю, як це так, бо листочки різні, різні гілочки, це з різних дерев. Ну, тут є дуб, так? Ну, і береза. Так, тут два види дуба. Тут дуб канадський. Ну, если я телезрителям покажу. Так, вот обов'язково треба показати. Дуб канадский. Угу. Вот, он характеризуется тем, что у него широкие листья, очень мягкие, очень нежные. Вот. Есть дуб обычный. Веник делается из обычного, привычного нам всем дуба. Ну, уже жорсткі ще такі листочки. Да, тут можно и, как говорится, побить хорошенечко, похлопать, вот, и жару нагнать. Угу. И есть обязательно березовый веник. Здесь с травкой зверобой. Вот. Тоже це ж які тільки приємні і корисні процедури, коли є ще і трава, так, не лише з дубу там, чи з берези гілочки, а ще і є і травичка. Ну, тобто ви вже знаєте поєднання, як воно буде працювати на організм, як на шкіру буде впливати. До речі, чи, якщо, наприклад, алергії. Зараз же скільки людей скаржаться на те, що в них алергії, алергічні процеси. Як лазня може посприяти одужанню? Чи підходять гілочки? Можливо, не усі гілочки можуть підійти? Да, это очень правильный вопрос и правильное замечание, потому что многие, даже посещая баню, для самих себя не знают, есть у них аллергия или нет у них аллергии. В большинстве случаев реакция есть на мед, вот, но что касается трав, разнотравья в бане, может быть, у кого-то на полынь, человек даже об этом может не знать. Поэтому есть банные ароматы, которые, или банные травы, которые в основном используют в бане. Это душица. Она не вызывает аллергии. Это мята, понятное дело, дает прекрасный аромат. Это пижма. Полынь, ну, я не рекомендую использовать в большом количестве. Риска. Потому что полынь, она мало того, что горечь дает в самом аромате парной бани. Вот, и на полынь могут быть какие-то высыпания аллергические. Вот, зверобой хорош, он дает тонкий аромат. Вот, есть калуфер, есть много интересных. И соп, прекрасная трава, которая растет вот на наших просторах, на в нашей стране. От, а ви от зараз попіднімали ці віники, настільки відчувся одразу аромат, і ми вдихаємо. І такий приємний він, насправді, це дуже класно, коли починаєш вже готуватися до такої процедури, вже до тієї культури, яка повинна бути. Але ж потім постає питання, наприклад, суха пара може бути, чи волога пара, і людина починає плутатись. І куди йти? Чи це може бути сауна, чи це, можливо, там лазня, чи це, можливо, там в бочку. Ну, тобто, як обрати для себе ту процедуру, яка вам підійде? Ну, первое, как выбрать? Это нужно попробовать для того, чтобы определить, что подходит максимально. Вот. Но учитывая историческую, вот, ну, скажем так, исторический период и формирование проживания людей по климатическим зонам, вот это явилось первопричиной создания то ли это сауна, то ли это японская баня Афура, то ли это турецкий хамам или наша украинская лазня.
парна, баня. Так вот, в зависимости от того, где проживает человек, в каком климате, ну, к примеру, Скандинавия. У них в Скандинавии достаточно суровый такой холодный, сухой. И с большой влажностью климат, с большой влажностью. Вот. Им не нужно много влажности в бане, им нужно, наоборот, согреться. Им сухая пара подойдет. Да, поэтому для них вот физиологически так обусловлено, что для них температура выше 80 при влажности 20-25% достаточно. Для нас же, проживающих в климатической зоне в умеренных широтах, да, для нас более физиологична температура 60-65%. И процентов 50-60 влажности. Вот тогда наш организм раскрывается, поры открываются, и происходит процесс детоксикации. Вот. В южных широтах наоборот, у них очень сухой климат, им нужно больше влажности. И поэтому исторически возникает хамам или римские термы, предшественники хамама, где температура 50-55 градусов максимально, но при высокой влажности. И вот особняком стоит японская культура. Вот эти 10 бочек с различной температурой воды и один холодный бассейн. Вот здесь постепенно идет нагрев. Там у них вообще отдельная культура. У нас тоже в нашей стране есть замечательные спа-комплексы, спа-центры, где можно ощутить на себе прелести японской культуры, банной культуры. Вот, но все-таки по физиологии лучше использовать вот українську лазню. Те, що більше нам підходить, так фізіологічно. Так. Насправді, треба ще розуміти і знати, як правильно додавати температуру, як утримувати ту пару, яка там є. Тобто, насправді, ви не просто прийшли туди і ввімкнули все, що тільки можна на максимум, так, а потім сидите і чекаєте, що з вами станеться. А, мабуть, покликати краще фахівця, нехай вам вже детальніше розповість, а ще краще, якщо він будет сопровождать весь процесс. Да, это абсолютно разные вещи, когда человек парится самостоятельно или компания самостоятельно, да, и когда есть банный специалист. Это совершенно разные ощущения. Конечно, если есть возможность пригласить с собой или посетить место, где работают банные специалисты, это будет, ну, в разы куда полезнее. Это будет правильно, потому что специалист, как вы правильно заметили, действительно следит за климатом. Нагреть — это не проблема. А вот создать тот климат, в котором будет организм человека оздоравливаться и получать все то полезное, что может баня дать, фитонциды, запахи, эфирные масла, воздействие разных веников на кожу, потому что каждый лист, каждый веник имеет, допустим, свои воздействия. И раскрывается, там, да, и раскрывается по-другому. Звісно ж, іншій температурі, так, про яку треба знати і з досвідом вже розуміти, яка ж температура підходить саме для того листочка. Абсолютно верно. И плюс к этому ко всему, человек, посещающий баню, он пришел туда отдыхать и оздоравливаться. Ему не нужно думать, в какой момент поддать воду. Ему не нужно думать, как правильно взять веник, с чего начать. Он приходит оздоравливаться и физически, и психологически. Так, пане Дмитро, а от дівчата дуже часто люблять ходити до лазні і беруть з собою різні там, ну, наприклад, там беруть жмих від кави. Мелену каву. Ну, мелена кава, так? Так. Вже вона в них підготовлена, так? І вони починають нею там обтиратися і чекають ефекту. Насправді, чи помітили ви цей ефект? Можливо, ще можна медом там себе обтерти. Тобто різні є методи і способи, як краще в лазні поводитись з жінкам, так? Можливо, ви знаєте, можете порадити своє щось. Абсолютно вірно. Брать с собой какие-то скрабы и пилинги в баню – это очень хорошо. Ну, желательно, чтобы человек, посещающий и пользующийся этими веществами, знал как минимум свой тип кожи. Кожа – это орган человека, это большой орган до 2,5 квадратных метров площади, где есть 4 миллиона пор, каждая из которых работает, выделяет вот этот вот пот, как мы его называем. Да? Так вот, воздействие на кожу каждого вещества тоже обусловлено и имеет свой эффект. Молотый кофе, ну, переваренный уже имеется в виду. Да. Молотый кофе переваренный в сочетании с медом, вот, и капелькой, допустим, лавандового масла или капелькой мятного масла, вот, дает очень такой вот эффект пилинга. Эффект пилинга – это больше как полировка кожи. Но для того, чтобы полировать кожу, ее надо сначала почистить. В этом случае используются скрабы. Самый простой вариант скраба – это соль, сухая горчица и немножко светлого пива. Чуть-чуть.
Так, наружу, нічого собі, снаружи, якісь секрети. Не вовнутрь. До речі, з приводу алкоголю, добре, що ви сказали про це. Ну, не хотіли, мабуть, але тут довелося. З приводу алкоголю, дуже часто компанії беруть з собою іще і алкоголь, спиртні напої, які ще можуть вплинути негативно, бо навіть якщо трошки ви вип'єте, то вже все. То ви ж можете потім свій процес не контролювати, по-перше. По-друге, це може зовсім іншу реакцію викликати, і та й взагалі. Це, мабуть, не можна робити цього. В процесі прийняття банних процедур алкоголь правильніше ісключати. Якщо є пиво, лучше добавить пиво на камни, растворить 100 грамм пива в 1,5 литрах воды, добавлять на камушки и дышать этим хлебным духом. Этот аромат, вот он даст больше здоровья, чем принятие напитка внутрь. Потом, после банных процедур, это уже на усмотрение каждого. Понятное дело, что в самой бане алкоголь исключать нужно. Во-первых, это скачки давления, плюс контрастные процедуры. Сейчас тоже поговорим о контрастных процедурах. Их тоже нужно бережно делать. А если человек в состоянии алкогольного опьянения плюс контрастные процедуры, ну, это неправильно. С приводу контрастных процедур, насправді ж, різка зміна температури, вона не для всіх може бути корисною, особливо, якщо людина не підготовлена. Як краще це робити? Поступово ж також, мабуть, так? Основной принцип, если человек ранее никогда при посещении бани не делал резких контрастных процедур, то их нужно начинать как минимум охлаждать руки, охлаждать ноги. Вот. Холодной водой, там, ну, стать, допустим, там, в бассейн погрузиться, да? Трошки. Немножко, да. Резко нырять в прорубь нельзя, если это зимнее время. Многие хорохорятся, многие хотят показать, что вот такой бравада у нас такая, мы можем посетить, да, нырнуть там в прорубь. Никогда не нужно нырять головой. Потому что происходит сосудистый спазм, ну что происходит? Кожа разогрета, кровь циркулирует активно, вот, и тут мы нырнули в холодный бассейн, все сосуды на коже сжались, кровь устремилась внутрь. Если человек ныряет головой, здесь однозначно будет скачок давления, поэтому в воду входят постепенно. Як тільки добре, що ви про це зараз нагадали і сказали, бо дуже багато є людей, які, особливо чоловіки, це так, вони хочуть показати себе, ну, можна в іншому вже вигляді показати влітку, коли буде тепліше, коли буде тепла водичка десь там в водоймищі, тоді можна. А в лазні краще цього не робити. З приводу чаю теж можна випити потім чай, так? Так, в бані желательно от основним напідком – це вода. Негазированная, желательно не минеральная, просто вода, потому что минеральная тоже имеет свое, ну, определенное воздействие. Лучше всего пить травяные сборы, правильные травяные сборы. Я зараз скажу, що тут є. Ну, дивіться, дуже класні такі збори трав'яні, які допоможуть отримати, мабуть, усю культуру, ну, відчути, так, і оздоровити свій організм. Тут є м'ята, меліса, душиця, чебрець, листя смородини, листя полуниці, листя чорниці, малини, пелюстки чайної рози. Ну, тобто, тут стільки всього, хінацея навіть, і липовий цвіт, і навіть є вереск. Тобто, тут, да, насправді, это, дуже багато різних таких трав. Це серйозно. Дійсно, такий банний чай. Я перепробував багато різних чайів, і карпатських, і кримських. Ну, багато чайів. Як його правильно заварювати? На цьому. Главное не кипятком, потому что любой чай, который травяной, если его заваривают кипятком, как белый ключ, вот такая кипящая такая водичка, вот, то сразу из травы выходят в воду, выходят сапонины, и потом он становится мутный, и его полезность снижается. Поэтому температура 85 достаточно для того, чтобы заварить, 5 минут, 7 минут его настоять, и уже после этого пить в процессе отдыха. Когда человек... После лазни. Самое важное здесь соблюдать режимы отдыха и режимы парения. Вот среднестатистически от 8 до 12 минут нахождения в самом парном отделении – это физиологично. Это физиологично. Отдых должен быть в 2,5-3 раза дольше, чем посещение парной. Вот. Это вот такое золотое правило, используя и применяя в своих банных ритуалах. Это правило, человек сохранит свое здоровье и приумножит. Ну что ж, пане Дмитро, наостанок хочется от вас почути побажання людям, которые еще собираются ходить до лазни. Будь ласка, декілька секунд є. Ну, я могу сказать, что баня – это замечательное средство не только для людей средних лет, да, это и с детками интересно ходить, это профилактика различных риновирусных заболеваний, это очень интересное само мероприятие само по себе, и
рекомендую всем посещать, найти себе, вот подобрать ту баню, где вам будет комфортно, удобно. Если у вас есть специалист, это замечательно. Желаю всем быть здоровыми, сохранять свое здоровье, стараться максимально уделять своему здоровью время себе, своим детям, своим родным и близким. И банная культура, она намного интереснее, чем вы можете себе представить. Насправді, так і є. Стільки всього цікавого сьогодні вдалося почути завдяки вам. Я думаю, що люди прислухаються. От до у тих порад, які сьогодні прозвучали, бо вони насправді корисні дуже. Так, щоб правильно ходити до лазні. От тут найголовніше – витримувати ті режими, які повинні бути, так? Не вживати алкоголь, пити чай і справді цілющі чаї, цілющі віники, ті, які є у лазні. Природа нам все дала. Все дали. Треба тільки користуватися, і ми будемо здоровими. Дякую дуже вам. І вам приходьте спасибо. До нас ще, ну а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.